Здорово, друзья, вы на канале Макин Сан. Меня зовут Саня, мы продолжаем 19-ю ферму, село Ягодное. Что-то я заигрался между сериями, разогнался настолько, что купил вот этот МТЗ. Сделал его таким под МТЗ-50, купил тюковщик и почти все поле уже затюковал. Поле у нас уже все собрано. Получилось 3 прицепа. Третий неполный. 3 Магируса, точнее, а не прицепы. Магирус у нас там на 20. Сколько у нас там на 20? Сколько кубов? На 26 кубов. Один, кстати, уже готово. Да и вторая уже, ну как, почти. Можно ехать продавать, но чё это? Мы продадим, когда будет готово, все готово. Сейчас мы чуть потюкуем. Исправим коси... Блядь, да таймер, как всегда, я, сука, башка тупая. Мы... Чё я говорю-то? Исправим все косяки, соберем на поле, какие есть. Половина соломы у меня, кстати, пропала, потому что прошел дождик. И пропала солома после этого. Думаю, вот это поле продать и купить поближе к коровнику. И еще тут пока играл, до меня дошло, что на этой карте для того, чтобы было молоко, скорее всего, надо вот это вот летнее... Дойка, вот, водолейка. Ее купить. И туда коров перевести, которые дают молоко. Я думаю, в этой серии мы это попробуем. Вот купим вот этот участок. Он стоит недорого, 12 миллионов. У нас уже, кстати, 54 миллиона есть. Я думаю, вот это вот купить поле. Вот это продать, а вот это купить. Либо маленькие вот эти вот, два маленьких вот этих купить. Ладно, сейчас посмотрим. Так, комбайн, ты мешаешься. Ладно, давайте сразу тогда и устраним все недочеты. Запустил, кстати, я маленькие теплицы. Два прицепа по 15 палет я уже оттуда отвез. Красной смородины и капусты. Красной смородины я получил почти... Ну что ты не едешь-то? Около 13 миллионов. Там 13 с чем-то даже было. С 15 палет. Вот она мне целиком забилась. Теплицы маленькие. Там всего 30 кубов. И 30 кубов они получаются на 15 палет. Так, что еще хотел сказать? Думал, что силосник может собирать солому, но он ее не собирает. Купил силосник, прицеп для него. Пригнал его сюда на поле, такой счастливый. Сел у него, думал, сейчас соберу всю солому и отвезем их коровам. Ага. А он ни хера не это. В итоге я пришел к выводу, что надо взять трактор и тюковщик, а потом эти все тюки просто взять и туда отвезти. Так мы и сделаем. Точнее, я уже так и сделал. Конечно, всю серию тюковать мы не будем. Сейчас еще чуть прокатимся. Отправим комбайн на базу. Извиняюсь. И Магируса мы отправим тоже на базу на выгрузку семян. А сами попробуем что-то сделать с коровами. Да ладно, эти косяки убирать, все равно поле будем продавать. Сейчас мы вот это вот выгрузим. Как раз Магируса отправим. Так,
Так, все, ты у нас складывайся. А что ты не складываешься-то? Во. У нас середина лета, сразу 2 дня осталось. Считай, если так судить, по 6 же дней, да? Да, по 6 дней. Каждые 2 дня это типа 2 месяца. До конца лета осталось 2 месяца коров перевозить туда. Что-то не хуйню как-то сказал. 4, по 3 месяца получается. 6, 3, 3 дня, 1,5 месяца. Опять хуйню сказал. Все правильно. Не. Ай, в пизду, короче. Так. Что-то я, блядь, насчитал какую-то хуйню. 2 дня это 1 месяц. Типа. Так, да. Значит, сейчас середина лета, это типа июль. Конец июля. Один день это 2 недели. Если ты понял, о чем я говорю. Ладно, не бери в голову. А то потом будешь мне там писать. Если, конечно, будешь. Чё ты хуйню какую-то несёшь, говорит, блядь. Будешь говорить мне. Кстати, вот Хармакей у меня. Приехал. Не знаю, будет он сейчас работать, не будет. Сейчас посмотрим. Чё, не работает? Если так. Чё-то такое немножко он... А если свет включить? Во, если свет включить, он работает. С освещением, конечно, такое... Ну, с освещением получше. Можно так посидеть. Шучу, конечно, не будем так сидеть. Он как-то... Непонятно, он как-то работает. Вот сейчас вот он вообще охуенно работает прям. Вот. Его надо близко как-то делать. Еще, кстати, делал я софтбокс. Вот так вот он у меня выглядит. Попытался, по крайней мере, я сделать. Он у меня порвался. Ходил в магазин, купил фольгу, купил эту бумагу для запекания. Сидел, вырезал, клеил. Решил попробовать, и в итоге лампу сломал. Ну, вот это старая лампа, старое освещение. Она у меня так вот сверху висела. А это вот, которое сейчас я включал, это я в фикс прайсе купил, не помню там за сколько, рублей за 70. Она тоже от USB, я ее прям так вот перед собой наклеил. Конечно, в глаза она долбит по жести. Но светит очень хорошо. Так, мы ехали, что мы делали, мы... Что ты делаешь, блядь? База номер 3, база Трунина, пиздуй. Магируса туда же. Только попробуй проебать сжатку. По поводу хромакея надо побольше сделать освещение и как-то придумать крепление для хромакея. Так, ты у нас тоже едешь на базу Трунина, ты у нас очистка зерна. Вот так вот. Мы садимся. Тюковать. Потюкуем немножко.
Потом сюда отправим на поле крас. Пока этот еще, блядь, ебучий софтбокс, этот, блядь, рассеиватель света клеил, блядь, все пальцы себе склеил. Тоже в этом фикс прайсе купил, там набор клея, там 5 тюбиков супер клея и один большой тюбик универсального клея. Ну, клей такой себе. Бумагу, фольгу бумаги приклеил нормально, и пальцы мои. Но пластик, он пытался вот эту вот лампу склеить, которую сейчас показывал. Нихуя он ее не склеил, блядь. Взял другой клей-момент, который гелевый, получше. Я так понял, что после этого клей с фикс-прайса вообще бесполезен. Короче, не получилось склеить. И так подумал, нахуй заморачиваться, и можно просто накопить, купить нормальный софтбокс с нормальным освещением. Но это будет не скоро, потому что мне тут ставить некуда. Хотя, в принципе, можно как-то туда поставить. Такой небольшой софтбокс. Как-нибудь с этой стороны. А хромаки, я не знаю, как-то надо вот так вот то ли над собой делать крепление, то ли вот так вот палку и здесь вот так сзади. Что-нибудь придумаю. Так, на сегодня это последняя серия по ягодному. Потом пойду встречу от человека, очень важного для меня, и, наверное, тюрингию буду записывать, хотя и мало кто ее смотрит, не всем заходит. В основном смотрят русские карты. По аналитике смотрел там, с Казахстана посматривают, с Польши посматривают меня. Подписчиков, конечно, это... Тут, кстати, я же выложил этот City Car Driving. Посмотрим, что там по просмотрам. 325 подписчиков уже. 11 просмотров. 2 лайка, ну. Вот вчера я выкладывал ягодное. 119 просмотров, 15 лайков. 13 часов просмотра. Но уже на... Готовит, это будет третья серия выкладывать. Так, надо будет не забыть скриншот сделать, так по времени. Что-то я опять пизжу, да пизжу, пизжу, да пизжу. Самый вообще человек неразговорчивый, не особо люблю разговаривать. Я люблю слушать, смотреть. Хотел вам еще предложить какую-нибудь бродилку поиграть, там, какой-нибудь метро или сталкера. Что-нибудь такое. Стрелять что-нибудь, а то все фермер, да фермер. Подзаебывают уже, если честно. Там можно какие-нибудь хорроры. Если у меня смелости хватит на хорроры. Ладно, шучу. Ну, как-нибудь там на самом деле можно поиграть в метро. В исход я, кстати, не играл. Я ее купил, так и не играл. По-моему, даже купил со всеми DLC. Там два полковника... История Сэма. Вроде так называется. Я думаю... Что за хуйня, это ЗИЛ поехал? Так, ладно. А там же какая-то есть хуйня... Чтобы... Так, ты глохни. С коровами у нас что? С коровами у нас пока живут. Пока живут теплицы. Так, допустим. Ну, ёб твою мать.
Как знал, что он проебет эту шатку. А где он сам есть-то? Ты, блядь, так медленно едешь? Что нам с жаткой делать? Ладно, с жаткой потом что-нибудь придумаем. Так, покупаем. Покупаем. Мы покупаем. Вот это дело. Сюда мы. Что ты делаешь? Сюда мы телепортируемся. А... Так, ну ладно, давай попробуем. Купим вот так вот коров на миллионов на 10. Подтвердить. А что мне с ними делать? Частота. А куда тут что загружать? Ты что, эй? Ты нормальный? Ты во, блядь. А куда? Мне кто-нибудь объяснит, куда тут эту еду им возить? Жидкий навоз 170 литров, а где его забирать? Ты чё, ёптать? Жидкий навоз. А где он тут? Я ничего не догоняю. Ты слезь, блядь, с крыши, эй! Жидкий навоз копится. А где его забирать-то? Я, если честно, ничего не понимаю. Ты понимаешь? Если ты понимаешь, напиши в комментарии. Они тут тупо, давай чуть время промотаем. До следующего дня. Че, они мне там подохнут, блядь? Без корма. Нет, они только жидкий навоз тут дают. 43, да, я же говорю, подохли-то, ёптать. Давай-ка нахуй на-ка. Я вообще нихуя не понимаю. Продадим их нахер обратно. И вот это тоже продадим.
Летняя дойка, водолейка. Я не понимаю. Как это работает? Куда? Где молоко? Может, лучше вот тут вот купить, что ли? Сколько оно тут стоит? 22 миллиона, если я эту продам. 25. Блин, ну это далеко. Тут не надо ничего покупать для коров. Я хуй знает. Короче, пусть. Что мы делали? А чё до сих пор так FPS-то падает? Так, надо этих покормить. Ау, отвисни, пожалуйста. Что-то прям вообще FPS не хочет подниматься. Что там происходит? После перемотки времени или там что-то... Бля, ну как же? Почему? Откуда молоко брать-то здесь? Там навоз, жидкий навоз. Здесь навоз не дают. Что за бред? О, FPS отвис. Если ты знаешь, в чем причина, напиши мне комментарий. Как, где, почему молоко мне не дают они здесь? Ну вот же, все есть. Я не догоняю. Первый раз решил нормально заняться коровами, и то они мне, блядь. Ко мне жопу повернули, сказали, не будем давать молоко и жидкий навоз, блядь. Нахуй тебе нужен. Ты что, самостоятельно туда паркуешься, что ли? Ну давай, давай, подождем. Ёптать, приехал, блядь. А если другую базу какую-нибудь присмотреть? Мясокомбинат. А тут ты почем? 45 миллионов. Да ну тебя нахуй. Бля, ну тут она такая же. Ладно, потом что-нибудь придумаем, пока будет так. А что ты дальше-то не едешь? Селенок не хватило? Блядь. Кривой ты мудак, блядь. Что ты делаешь?
Опять мы пол серии просто дали хуйней с этими коровами, блядь. Что с ними не так, с этими коровами? Жрать даю, пить даю, солом даю, траву даю, блядь. Моносмесь даю. А они не хотят мне молоко давать, блядь. Пиздец. У меня нет слов. Комбайн, комбайн, куда поставить комбайн? Да, он, наверное, не пролезет, да? А чё-то как-то... Да, и не пролезет. Поставим его где-нибудь вот там. Как так-то? Что не так с этими коровами? Комбайна вообще топливо не израсходовалось. Все, стой, здесь жатку потом заберем. Ты у нас чем пожаловал? Так, у нас что? У нас заполнилось, да? Что у нас заполнилось? Во, красная смородина. Капуста, 15 палет создать. Клубника, создать. Создать. Поехали. Ай. Коров-то я здесь нормально не покормил. Блять. Так и назову серию «Коровы не дают молоко». Попробуем на Тюрингии тоже. Коров закупить. Ай, там еще же на тюринги, бля, там эти тюки ебучие надо заматывать. Что ты делаешь? Лимузинская, блядь. Лимузинская. Да все хватит. Сейчас как раз пойдем им водички включим и скриншотик сделаем с этими коровами, которые не дают молоко. Вредные коровы, блядь. Во, прям позирую, да, красиво на превьюшечку. Так, а мы, краз. Краз. Грузим крас, отправляем его продавать.
Так вот. И вот так вот. Ёб твою душу, красиво. Зачем я это на ходу сделал? Клубника у нас. Где у нас самая дорогая сейчас клубника? Райпо, город перевозов. Перевоз, блядь, перевозов. Где это перевоз, блядь? Езжай, мы сядем, потюкуем немножечко. Блять, а это даже загуглить, я не знаю, если загуглить, то как? Может, это как у глюк карты, конечно. Но как так-то? Ой, тут такой кусок не докосил. Они что, засохли, что ли? Там вон сорняки вылезли. Что вообще происходит на этой карте? Кто мне скажет, как и почему? Туда, на эту летнюю дойку, блядь, только вода нужна. Там они подыхают. Как это работает, я не понимаю. У меня даже вообще в голове нет. Наверное, закончим на этом. Мне больше нечего сказать. Я потом сейчас загуглю, посмотрю, что да как. Ой, бля, что ж такое-то с этим фермером? Ну ладно. Спасибо, что смотрели, друзья. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям про видео, там обязательно колокольчик ставьте. И до встречи в следующих сериях, друзья. Всем пока.